этом уроке мы будем текстурить нашу модель. Так, для этого нам нужно выбрать деталь. Для более простого текстурирования я каждую деталь делю на части. Для этого нажимаем Tools, Separate Mesh. Вот наша торпеда, например, разбилась на части. Вот. И мы ее начинаем текстурить. Нажимаем два раза на деталь. Появляется такое окошко Materials. Вот. Нажимаем сюда два раза. Нажимаем Diffuse. И нажимаем Browse. И берем текстурку, которую мы будем текстурить. Наш салон. Ну, для примера я любую текстуру поставлю. Вот, вот наш салон затекстурился. Точнее, часть торпеды. Также мы можем эту текстуру растягивать, меняя вот эти два положения. Поставим, например, 10 на 10. Видим, что наша текстура растянулась на мелкие. Также можно сделать минус 10. Здесь также минус 10, но ничего не изменяется. Оставим 1-1. Нажимаем закрыть. Окей. Далее идем на белые части, которые у нас не затекстурены. Например, вот это нажимаем на нее два раза. Далее вкладка Materials. Нажимаем два раза. Diffuse. И нажимаем Browse. Далее опять выбираем текстурку, которая должна подойти нам. Вот у меня текстурка Controls. Вот она у нас затекстурилась. Нажимаем ОК. Далее. И так со всеми детальками. Diffuse, Browse. Английский плохо знаю. И берем наши текстурки. Browse и выбираем наши текстурки. Ну, я примерно текстурю. Эта модель у меня уже готова. Вот. Видим, что все текстурится. Ну и также с остальными деталями, которые Browse. И текстуру. Вот видите, не получилось. Поставили вот так. Вот так, чтобы она у нас не косячная была. Точнее, не по желанию, здесь должна быть оригинальная текстура, которая подходит под все это. Я вам просто показываю, как это должно текстуриться. Вот. Ну, также и с кузовом. Я текстурю кузов. Для этого я его разделил на части. Так вот. Tools. Separate Mesh. То есть кузов поделил на части. Нажимаю на него. Ну и выбираю, собственно говоря, текстуру Browse. Давайте какую-нибудь сейчас другую перекрасочку поставим. Давайте вот такую. Окей. Вот видим наш.
следующем уроке я расскажу, как сделать стекла с каплями.